Привет, друзья, с вами Флок. Продолжаем смотреть сериал Сакэ. Четвертая серия. Давайте погнали. Мы закончили на том, как в сауне, по-моему, ворвался ОМОН и начал вязать. Да, начал вязать главного героя. И давайте будем смотреть. Интересно, это все-таки его вымысел, что ли, был, либо это как бы вот на самом деле. Ну давайте. Пока не посмотрим, не узнаем, собственно. Вот здесь, налево, налево, сюда. А, ну вот, собственно, Комитет на этом, да, безопасность. И... Капитан Аспанов, вы подозреваете злоупотребление властью подписание эффективных актов строительства. Он там вырубился, ну, опять, по-моему. Умар Саэд. Покучил. Это Курцанер давно хотел знать. Да, точно, я говорю, но... Сука, летнул такой. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Как ты? Ты как? Чё так долго, ё-моё? Как дела? Дело у прокурора, у меня движение. Фалга, блядь, я не до шуток, честное слово. Ладно, шучу. В общем, это... Я перепроверил информацию. Ага. Она стопроцентная, под тебя точно копает КМБ. Так что у тебя проблемы, брат. В смысле, у меня проблемы? Почему не у нас проблемы? Мы же ведь нигде не светимся, в Акимате не работаем. Кто-кто, мы точно чистые. Так что только у тебя проблемы, брат. Сразу вот такие гнилые движения, да, пошли? Когда тендеры выигрываем, на двоих делим. А как конторский КМБ, так сразу все, паника. Ну, а что ты хотел? У тебя же записано все, ё-моё. Эй, Саке, Саке. Брат, на то пошло, я бы мог вообще ничего не говорить. Понимаешь, и ты так же шастал бы, дела свои мутил бы, и тебя в один прекрасный день, как вот это, вот так бы закрыли бы, и хиртыки. Рахмытать письмо он бы. Ладно, ладно, видишь же, у меня паника начинается. Я... Паника. Нервничаю. У меня депрессия уже началась. Я-то знаю, вы так надо будет до конца за меня пойдете. Хоть и в тюрьму, наверное. Я такого, конечно, не говорил, но... Я ищу людей, которые могли бы помочь тебе, так сказать, кадры. Бля, связь вам будет в лесу. Да, не говори. Я сам пробивал, тоже звонил своим знакомым, выходил на всех. Короче, никто не хочет вмешиваться, говорит, республиканская КМБ, это, говорит, серьезно, говорит. Да, я тоже такое слышал. В общем, Саке. Ну да, я понял, в принципе, что КНБ – это Комитет национальной безопасности. Я думал, может быть, как-то все-таки по-другому переводится, там, казахское что-нибудь или что-то в этом роде. Но оказалось все довольно просто, да. Комитет национальной безопасности. Тебе нужно затаиться. Забудь все наши движения, оноу-моноу. Постарайся не привлекать к себе внимания. В общем, чуть поработай во благо народа, как-никак ты же Аким района. Ну, если повезет, повезет, не повезет. Ничего страшного, надеть стиль, сядешь, нормально. Ты умеешь друга поддержать. Ладно, надеюсь, все будет хорошо. У меня мотивация появилась, не уставать. Все, давай, я тебя пасу, осторожно. Иди ты в жопу, парень. Вымерли рахатного. Сидеть! Сидеть, ты сказал! Сидеть! Лежать! Там чувак собаки. Лежать! Ой! Пойдем, балуй! Пойдем. Ну, ну, блин, понятно же, все банально. Улит полку, шош, пылит. Мал, мол, джунгур, мал. Ит полку, ит. А че, ё-моё? Сам виноват, пересрался ведь. А почему качели деревом не обшили? Вдруг ребенок нечаянно упадет и качели по голове ударит? Ну, так нужно будет поаккуратнее. В смысле поаккуратнее? Азамат Ерланович. В смысле качать дерево? Мне как сказали, я так и сделал. Все по проекту. Угу. А где генподрядчик? Ну, генподрядчик, он сильно занят и попросил меня все вам показать. Ну, вы показали, я посмотрел. И мне не нравится. Потому что сделано некачественно. Это во-первых. Во-вторых, материал дешевый. Поэтому отцепить площадку на ремонт и все переделать по-человечески. Понятно? Как переделать? Ведь там все решено. Где решили? Кто решил?
Ну, там. И запомните, по благоустройству в этом районе решаю только я. И передайте тем, кто сидит там. Хорошо, передам. Вы сказали, что будет все чики-чики. Чики-чики, говорите? Если все не переделаете как надо, приедет комиссия, акимат и прокуратура. И они вам сделают конкретный трах-тебе-дох. Дети есть? Ну да. Хотя бы на детях не экономьте. Согласен. Вы в курсе, что люди месяц уже без воды? Так. Объект должны были сдать? Вчера. Вчера. Когда закончите? Через неделю. Вы что, свою пунктуальность вместе с трубами закопали? Просто там у нас по доп. Соглашению. Какое еще доп. Соглашение? Слушайте сюда. Если сегодня не закончите, то навсегда можете забыть о государственных тендерах. Понятно? Ну, это как-нибудь решим. Не, ну решить-то можно. Заканчивайте до вечера работу и считайте, что решили. Просто там уже в курсе об этом. Где там? Ну, там. Сказали вроде. Решили. Запомните, в этом районе по благоустройству решаю только я. Поэтому до вечера сдать объект. Надеюсь, вы меня услышали. Ассаламу алейкум. Что это вот это вот там? Что за срочность? Вот там, ё-моё. Слушай, вот почему у тебя на прадике лампочки горят, а на столбах лампочки не горят? Не знаю. А я знаю. Потому что у тебя там японские оригинальные, а здесь китайские дешевые. Че, на людях сэкономить решил? Ты вон на прадике экономь. Чего до моей машины докопались? Вы что, из прокуратуры, что ли? Я нет. А вот за эти косяки прокуратура вас скоро навестит. Если ты не из прокуратуры, то что ты придираешься? А насчет лампочек мы там уже решили. Где решили? Я не понял, кто у вас там все решает, а? Сейчас позвоню, и ты узнаешь. Звони. Алло, Даге. Да? Здесь какой-то человек пришел. Насчет лампочек что-то говорит. Кто он такой? Как его зовут? Как зовут? Азамат Ерланович. Азамат Ерланович. Не по телефону. Понял. В прямом смысле. Он тебе этот... Не какой-то человек, он зам акима, знаешь, по благоустройству. Короче, что бы он ни говорил, делай, как он сказал, понял? Потом разберемся, от ноги сищем вернемся. Давай, Джакс. Хорошо. Ну, чё? Чё Даке говорит? Все, Асике. Бянджа своим злой. Все будет нормально. Сразу бы так. И запомни, по благоустройству решаю тут только я. Понял? Но чувствуется, что этого положительного персонажа то ли съедят в этом сериале, ну, знаете вы как, да, то ли он его весь этот сериал зарешает, в конце концов, и все они уедут, да. Куда уедут, вы сами понимаете. Не, ну пересрался. О, Свет Саматович, доброе утро. А я как раз чайник вскипятила. Молодец, молодец. Нифига себе, что за фигня здесь? А, ну, вы же сами сказали все поменять. Я вот диваны поменяла, телевизоры поменяла, статуэтки убрала, ковер убрала. Вот, в общем, сделала все скромно, как вы просили. Классно? Офигительно прям. Ну, не настолько же, ё-моё. Свет Саматович, а можно я ковер тоже заберу, пожалуйста? Нет, конечно, я лучше бомжам отдам. Иди кофе сделай. Быстрее. В таком кабинете хрен расслабишься теперь. Ладно. Зато работать будем. Что там, лязят, кофе? Под... Не понял, что за фигня? Это ваш кофе. Ну, я вижу, что это кофе. Что с кружкой, а что? В поезде работаю, я вроде в акимате работаю. Ну, вы же сказали все поменять. Вот. И до такой степени не надо утрировать. На кружка решены, на ангмейт ведь ничего, наверное. Забирай нахрен эту кофе. Подожди, это что за херня?
Это ваша семья. В смысле, у меня есть семья, я о ней не знаю? Ну, я через фотошоп это сделала. Нахрена? Нормально да сделала, блин. Вас арестовывать. Они посмотрят на семью, на этих дочек. Им станет жалко вас. Ножницы, тем более, я читала то, что фотошоп. За срок могут этот сократить. Эй, рот закрой свой. Ты что, дура, что ли? Ты что несешь здесь? Ищак пас, вот ты кто, поняла? Иди нахрен отсюда, дура. Головой чуть думай, мозги свои включи, инде. Сань, сама же я как лучше хотела. Адам деген из курков жатса, ищак пас. Она наоборот меня заставляет нервничать, да, пугает наоборот. Бер тупой, блядь. В среду, встреча населения, в среду. Саят Саматович? Да, кто такой? Ты что, не узнал? Нет. Я Марат, а одноклассник твой? А, маке, блин, прости, проходи, я проходи. Прости. Честное Хазай. Слово, блин, голова кругом идет просто, блин. Нормально. Классник? Ничего, нормально, сам как. Пойдет. Секретарь пустила просто, это и все. Не, я хотел предупредить. Что-то она сидит и плачет. О народе она думает, мы все о народе думаем. Можно, можно. Слушай, маке, я честно скажу тебе, времени мало у меня. Я тебя очень рад видеть. Ну, сразу хочу сказать, если это по поводу работы или еще каких-то проблем, вах, чоқ. Ты че, Саки? При чем тут это? Просто я хотел тебя позвать, мы вечером с одноклассниками встречаемся. А, да ты че, да? Да. Кто там? И там кто-то из них в КМБ работает. Анир. Айгулька. А, Айгулька тоже будет? Да. Которого в усах, да, двигалась? Сейчас она моя жена. Ну, сочувствую, что поделаешь, зато умная была. Ну да, очень умная, да. Все, понял, а где там, где собираетесь? Ресторан Айгус, знаешь? О, это где, нижняя часть города? Да, я сразу да. Не смогу, у меня же астма, я не могу внизу двигаться, да. А хочешь, мы ради тебя где-нибудь наверху посидим? Ради меня? Да. Ты хотел сказать, благодаря мне? Да, Саки. Как ты стала Акимом? Капец ты изменился, да? Да я шучу, чё у тебя с юмором проблемы, что ли? Слушай. Да я твой номер запишу. Все, давай, запиши. Давай. О, ё-мой, запиши, у меня же телефон в машине же остался. Да? Да. Ну, тогда... Давай, я, ты свой запиши, да? Да. Давай. Вот ручку, да? Угу. Так, 8. Ага. Все, звони. Всё, обязательно. Всячески будут увиливать. Судя по всему, всячески, чтобы не пойти туда. Это этот, как его? Будильник. Да-да-да, телефон забыл. Часов нету. У меня вон тоже телефон вместо плеера. Давай тогда до вечера. Поскольку вот на этот я нифига загрузить не могу. Все, братан. Давай. Давай. О? Вот и сюда. На! Ты понял? Не слышу! Сюда смотри, э! Да! Понял? Да! Когда самой классе, извините, если помешал. Нет, там предположения были по поводу него, что как бы типа это сержант, как бы он поднялся, типа да нет, этого быть не может, если только этот сериал как бы планировали еще вместе с сержаном задолго до этого, поскольку сержант же только-только идет, а Саке уже закончился. Так что, блин, это чисто совпадение. Может быть, вот эта вот тематика понравилась режиссеру, да, кто снимал, и сняли, опять же, сержанту. Хотя, может быть, на его истории сняли, как он там что-то это. Ну, хотя, вряд ли это персонаж именно на основе сержана, да? Шал. Глазик. Сейчас. Убери его, я. Просто в комментариях писали. Это была просто воспитательная беседа. Воспитательная беседа? Жестко, да, наверное, допустил. А как иначе, блин? Ё-моё. Он должен был мне привезти деньги, но он просрочил, блин. На неделю, наверное, или на месяц? Да нет, он должен был мне привезти 12:00. А сколько сейчас время? Смотри. Сейчас... 12:07 на 7 минут? А вот видишь, это не просто 7 минут. Это называется безответственность. А терпеть не могут таких людей. Пожалуйста. Хантава, если вы меня вызвали по тому делу, у меня же еще месяц, да, срок есть? Да нет, я по другому вопросу. Короче, Талга,
У меня одного друга, 21 рождения, ну, юбилей. Вот он хочет ему сделать подарок, ну, в честь него назвать улицу. Кстати, по поводу Сержана, 6-я серия, она давно записана, я ее заливаю, ее блокируют. Может быть, на Ютубе сделали так специально, пока не выйдет оригинал на Ютубе, да, все остальные видосы будут блокироваться. То есть, ну, не получается залить. Я специально не выкладываю, чтобы не было перезаливов. Вот. Возможно, наверное, ну, скорее всего, поскольку я уезжаю завтра и приеду только в воскресенье, так что в понедельник, скорее всего, я выложу «Сержант», 6-ю часть. Как раз у вас-то район новый, улиц много, так же? А, да, без проблем. А кто его отец сам? Ученый или ветеран какой-то? Да нет, он этот, чабан. Койбах-конгой всю жизнь. А. Просто Хантан, мне кажется, так нельзя, наверное. Ну, бизнес близко, там, если его отец ученый, там, политики или... Слушай, какая разница, кто его отец? Главное, кто он сам. А он мой друг. Поэтому его просьба – это моя просьба. Тем более, по деньгам он вас не обидит. Ну, есть же улицы, блин, непонятно, в честь кого там называли. Даже? Хорошо. Тимбэ. Так, вот возьми конверт. А, возьми, возьми, блин, жене там шубу купишь. А то вдруг ты этот не выполнишь мою просьбу. Ну, жалко будет твою вдову. А так хоть шуба останется. Знаешь? Я не шучу. Хорошо? Давай. Морис, сука. Че? А, да не, ничего, телефон качет хангой юмористов. Эй, не юмори, юморист, сука, бля. Да, я с хана тага. Ага. Давай. Шеф, можно, да? Да, да. У нас проблемы. Че там? Да это, подрядчик. Ну, жалуй. Может, покурим, а? Давай, давай. Слышь, придурок, я тебе что сказал? В кабинете никаких базаров. Понял? У нас мне в кабинете небезопасно, знаешь же. Ну, извините, шеф, я забегался там. Этот, наши подрядчики звонят, жалуются. Азамат к ним с проверкой ходил. И? И вот... Дверь закрой, я тебе говорю, совещание! Не мямли, быстрее говори, чё? Ну, он, Азамат, начал на себя много брать, говорит, этот, он главный, все решает. И наших этот заставляет все объекты переделывать. И они у нас требуют деньги. Этот еще геморрой. Ладно, я с Азаматом сам решу, не переживай. Ага. Там главное с подрядчиками. Ага. Объясни, месяц-полтора, пусть потерпят. Понятно? Все. Ты же в курсе, что тупишь? Все, понял, шеф. Пойдем. Хорошо. В дверь стучать не надо, вообще-то. Ну, это же туалет, шеф. Это Акимат, здесь любую дверь стучать надо. Сори, шеф. Сори. Понял? Это Акимат. Придурок. Причесончик у него, конечно. Наконец-то нормальный кофе пью. У тебя же кабинет тот же самый кофе, или у тебя что, кофемашинка сломалась? Секретарша овца дура, блин, все вынесла же. Вынесла? В смысле, пизданула, что ли? Не так грубо, конечно. Я же ей просто говорю, надо скромнее быть, надо, чтобы все скромно было, куртка суверик. Она в прямом смысле поняла, нахрен. Ладно, короче, чем мы ее обсуждаем? Говори, что хотел. Короче, это, Саки, есть тут одно дело. Ты угораешь, что ли? Я тебе 3 секунды назад сказал. Куртка Сугарик от меня дело подавал. Да там вообще фигня. Там один добрый агашка, дядька, попросил на него улицу переименовать. У нас же относительно новый район, а улиц много. Сондхтанда как бы... А что за... Честь кого переименовать? Да хрен его знает. Какая разница, блин? Честь кого? У нас же непонятно, ханды и арандар, куча несимберуады. И... Короче... А улица маленькая же. Давай сразу скажу так. Во-первых, ты цену знаешь. Во-вторых, через месяца полтора минимум. Ты же сам понимаешь ситуацию.
Ну, брат, блядь, что там тебе вообще? Всем оставаться на местах. Что за херня? Что там? Бежать! Что, опять вырубился, что ли? Всем оставаться на местах. Вставай, вставай! Ложись, говорю, блядь! Тихо, тихо, тихо. Гражданка, не встаем. Ну-ка, укуси, укуси, братан, это не сука. Укуси, говорю. Блядь, вот и все, вот и закончились наши движения, брат. Закрой рот, сука! Уважаемые граждане, приносим свои извинения. У нас было задержание особо опасных преступников. Можете вставать. Все, расходимся. Уходим, уходим, быстрее. Ну, кого они взяли? Шо, 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 твою за ногу. Не, ну, конечно, нормально. Если как бы они задерживали не их, какого они так отвечают? А, нет. Что это было? Хрен его знает. Официант! Извините за этот инцидент. Ой, вот свой, закрой и принеси диван. Да. Сколько грамм? Граммов две бутылки. Для начала бутылку принеси, давай. Хорошо, поняла. Не многовато ли будет, а? Братан, я уже, знаешь что, заикался, пугаться. Надо что-то делать. Сегодня надо чуть накатить, а то я уже, башка не работает уже, все уже. Хочешь вместе выпьем? Нет, не хочу. Я хочу к одноклассникам съездить. Просто, знаешь, так... Ой, да ладно. Ни о чем поболтать. Уже вот эта интрига, политики, тендер, мендер, все надоело. Не обижайся, я хочу сам. Ну, давай. Все, я тогда пошел? Да, да. Ой, брат. Все, все, все. Фу, бля. Ағай, ағай, өтініш картинаң қайтараласыз ба? Қазір әйтесіз зарплатамнан ұстап қалады, өтініш, ағай. Еді, еще, ты же там, ни хрена себе, ты че, ано, жақтан кешасын ба? На. Э, молодец, я думал, не заметишь. Пожди. Мәші, барменым, да. Рахмет, ағай. Давай, рахмет. В смысле, Рахмет бутылку я дал? Нормально. Нормально? Че, не жена? Убил, че, челка, что ли? Нет, я рою на Аким, знаешь? Я в курсе, я в курсе. Я в курсе, да. Эй, на Гарасен на Жахана, на Буткун, минимум район, вы? А? Кирек, Буткун район, Рахам, вы им, да? Эй, Джо, Джо, сам не жак. Сам не жак, вы? Джо, брат, дюркай. Не, крми меня, дышать буду, хочу дышу, хочу не дышу. Че, не, это что за чепутилы идут? Это же Абай, мой одногруппник. Абай? Знаешь его? Абай Ленина знаю. Че за черт, ё-моё? Ну, КНБшников. А, ну вот я так и думал. О чем к нам идет? Не знаю, может, поздороваться решил. А ты че, его сегодня не видел? Видел. Видел. А че, он 10 раз здороваться хочет? Ну, не знаю, ему же пофиг, он же КНБшник, может, кого-то ловить пришел. А кого ловить он пришел? Ну, коррупционера. Он, наверное, меня ловит пришел. Ты че? Да нет, там опять по приколу что-то будет. Что? Больше сыкует. Да, на самом деле там, блин, же все как бы на мази, все нормально, разводят его, но тем не менее нормально. Ладно, друзья, 4-я серия Саке, 5-я будет скоро, обещаю, не так. Ну хотя и первые 3 серии тоже не так давно были, буквально сколько, 4 дня назад, да? Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, обязательно пальчики вверх, кому понравилось. С вами был Флок, пока.